еще не дорос мне указывать. Грубиянка невоспитанная. Кто это? Я? Ух ты, пигалица. Грубиянка невоспитанная. Досвистался. Ценная бандероль. Так, уроки вежливости. Уроки вежливости. Ну чего ж тут непонятного? Вежливость рождает добрые отношения. Выходит, если я тебя вежливо спрошу, то и ты мне вежливо ответишь. Интересно. Это при встрече надо говорить «Здравствуйте». Здравствуйте! 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 А тебя не спрашивают. Извините. Обращаясь с просьбой, надо говорить, будьте любезны. Или, пожалуйста. Волк, будьте любезны, подойдите, пожалуйста, ко мне. Ты что, ворона, белины, что ли, наклевалась? Говоришь-то не по-нашему. Сначала ты должен сказать «Здравствуйте». Привет! О, привет! Я ему «Здравствуйте, здоровья, стало быть, желаю». А он мне привет кидает. Серость. Ну, здорово. Здорово. А что? Толком-то говори. А то вежливым надо быть. Лоб-то вон у тебя широкий, а ума, видать, мало. Ты чё это, ругаться вздумала, носастая? Во-во-во-во-во, носастая. А я тебя клыкастый. И у нас и пойдет, и поедет. А мы с тобой давай по-вежливому, по-написанному. Тогда, глядишь, и к нам другое отношение будет. Понял? Эх, ну да ладно. Потом поймешь. Раз, два, три. Стало быть, 3 часа. Самое обеденное время. Айда-ка по-вежливому перевоспитываться. Ешь. Ой-ой, запоминай. Будьте любезны. Пожалуйста, очень вас благодарю. О, а пап? Когда я ем? Знаю, я глух и нем. То-то. Видал, культуру и вежливость любят. Ну, ступай, да только по-вежливому, как учила. Ой, спасибо. На здоровье. Слышь, медведь, а как его? Любезный, спасибо. Дай, чего у тебя есть? Дать-то я тебе дам. Ой, ой. Ну, никакого воспитания. Эй,
глупый ты, глупый. Разве я тебя так учила? Ну, скажи, так. Не, я ему сказал, а он драться. Здравствуйте, Потапыч и сынок ваш. Здравствуй, Егоровна. Что сказать надо? Приятного аппетита. Ты что? Это я должна вам сказать приятного аппетита. А ты мне должен сказать здравствуйте. Ой, давай-ка сначала. Приятного вам аппетита. Спасибо. Присаживайся. Здравствуйте. Благодарю вас. Тороплюсь я. Ну, ежели с собой, на дорожку только. Можно и на дорожку. Спасибо. Ешь на здоровье. Приятного аппетита. Ой, здорово. Здорово у тебя получилось. У меня-то здорово. А вот у тебя... Не получается у меня. Пока. Ну, мне пора. Бывай. Давай. Ах ты! Простите меня, пожалуйста. Простите, простите. Скажи спасибо, что на меня на вежливую напала. Спасибо. Голубушка, как хорошо! Ну, кто ж этой басни теперь не знает, а? Уж к лисыру захотелось, так и попроси толком, по-вежливому. Будьте вы любезны, пожалуйста. Ах, будьте любезны, пожалуйста. Ну, вот это другое дело. Пошеховской, страсть обожаю. Спасибо. На здоровье. Представляете, налетела, набросилась. Ах, грубиянка. Я? Я грубиянка! Ох ты, Характер у меня такой! Вы хотите сказать характер? А я и говорю характер! А теперь вот по-вежливому научилась! Перед тобой извиниться должна! Виноватая я! Прости! Ну вот, и извинилась. Принимай, почта, пропажу. Она. Спасибо. Пожалуйста. Так и хочется сказать. Растява.